нас будут играть звезды первой величины. Это очень мощное, большое кино с немаленьким бюджетом, мягко скажем. Как раз про те самые события марта 2014 года. Мы очень долго писали сценарий, потому что мы понимаем, какая ответственность на нас лежит. Мы это кино будем делать с огромным уважением и к крымчанам, и к российскому народу, и к украинскому народу. Мы как раз про то, как нельзя ссорить и разводить два народа. В основе всего этого сюжета история двух молодых людей. Он из Севастополя, она из Киева. И во время этих событий начинает жизнь испытывать их отношения на прочность. Там большое количество будет мощных сцен, огромное количество актеров массовых сцен, с трюками, с экшеном. Ну, в общем, одним словом, это большой такой блокбастер. Заканчивается очень тяжелый период подготовки. Мы готовились почти год с лишним. В начале марта выходим уже на съемочную площадку. В Севастополе и в Крыму будут съемки в Питере, в Москве. В общем, у нас впереди огромная работа. Скорее всего, мы его покажем к годовщине всех событий зимой 2017 года. Сейчас пока условное название, два варианта было. На первое название просто Крым, и второе название «Княжество Феодора», потому что есть такое святое место в Крыму, Мангут-Кале. И там у нас начинаются все события, там знакомятся наши герои. Больше рассказывать не могу, потому что сюжет расскажу просто.